копать. Ускоритель, естественно, да? Давай купим. Вот, посмотрим сейчас, сколько у меня ускорителя. А, ускорителя ровно половина. Ровно половина ускорителя. Давай. О! Сейчас здесь будем взлетать. Блин, здесь надо аккуратненько. Ух ты, смотри, как летим, а. Все, закончился ускоритель. Но летели мы эпично. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». И сегодня мы едем на такой замечательной пожарной машине. И мы убиваем зомбаков. Да, сколько мы этих зомбаков-то убивали. До этого у нас был синий автомобильчик, который был полностью у нас прокачанный. Нам было легко вот этих всех зомбаков-то мочить. Ну а сейчас у нас тоже эпичный такой у нас автомобиль пожарный. Но надо его прокачивать. Видите, бензин закончился. Нужно прокачивать нам автомобиль. Ну что ж, будем. Тачка на прокачку. Заходим в гараж, смотрим. У нас есть деньги. Давай прокачаем. Прокачаем. Мы поставим нашему автомобильчику ускоритель, да, без проблем. Все. Вот такой вот мощный ускоритель. Поехали. Смотрим, как он работает. Ух, нифига, смотри, какое пламя. А какой звук. Офигеть, смотри. Давай, давай, смотри, нифига себе. Какое мощное пламя. Нифига, давай, 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 давай. Опа. О, ускоритель закончился. Но он был... Его мало, конечно, ускорителя. Очень мало. Чуть-чуть дальше мы проехали. И закончился у нас бензин. Заходим в гараж. Смотрим. Мы можем купить... Давай купим топливный бак. И купим двигатель. Вот, более быстрый, более мощный двигатель. Отправляемся. 371 день. Хорошо. Купили, прокачали немножечко двигатель. Едем вперед. Вот, ускоряемся. Хорошо. Хорошо. Такой вот у нас фаертрак. Ой-ой-ой-ой, смотри. Застряли. Аккуратно. Чтобы не застревать. Давай, давай, ускоритель закончился. Но есть немножечко зато бензина. И сейчас мы проедем дальше. Нифига, тут такие зомбаки мощные. Прям вообще огромные зомбаки. Да. Зомбаки прям огромные, прям мощные. Все. Бензин закончился. Купите еще бензина. А мы там, что самое интересное, купить ничего не можем. Ладно, едем дальше. На нашем чудо-автомобиле. Пожарный трак. Вообще. Уничтожаем всех зомбаков. О, полетели. Оп, здесь все нормально. Подмяли немножечко мы нос себе. Все, ускоритель закончился, да. Надолго ускорителя не хватает. Тачка наша разрушается потихонечку. Давай, 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 тачка, давай вперед едь. Вот, давай мочи этих зомбаков. А, все, закончился бензин. Что мы будем? Посмотрим, что у нас есть. Что мы можем купить? Да, давайте купим еще топливный бак. Хорошо, и поехали. Попробуем. 373 день. Шел. Шел 373 день. 673, фига. Скоро 700 дней будем. Здесь ехать. Так, бензинчик. Бензинчика у нас побольше стало. Я думаю, мы проедем немножечко побольше, подольше. Так, давай, давай, давай. Два раза больше надо нам проехать. Ускоритель закончился. Ладно. Ускоритель закончился, но не закончился бензин. Едем на бензине. Сколько вот этих зомбаков. О, видишь, мы здесь уже еще не были. Так, давай проедем. Нифига, взрывы здесь какие. Какие здесь мощные взрывы. Ух ты! У меня такое чувство было, что бочка ходила. Либо в бочке кто-то сидел. Давай купим ускоритель. Поехали! Вот чуть-чуть побольше ускорителя будет. Ой, ой, что ты? Давай, давай, давай. Хорошо, прям, давай. Вот так, поехали. О, вот это нормально. Ускоритель у нас работает.
Еще чуть-чуть осталось ускорителя, совсем чуть-чуть. Сейчас мы его где-нибудь используем. А вот здесь давай, здесь ускоримся немножечко. Вот, хорошо. Зомбак, зомбарь прям. Прилип, как банный лист, а? Смотри, не оторвется. Давай, давай, машинка. Сейчас доедем мы. А, вот, видишь, вот она бочка, которая ходила. Ой, давай еще немножко. Все, бензин закончился. Хорошо. Давай купим коробку передач. Есть такая возможность. Покупаем и немножечко дальше мы должны проехать. Ну, сейчас посмотрим, проедем дальше или нет. Давай, ускорение. О! О! Вообще нормально. Блин, совсем чуть-чуть. Не хватило, чтобы наверх нам заехать. Ладно, будем ускоряться тогда. Будем запоминать эту трассу. И в том месте будем ускоряться. О, что этот ускоритель-то экономит? Опа, ни чуть-чуть не допрыгнул. О, да мужик, смотри, открытый сидит, кабина открылась. Сейчас зомбарь может тебя укусить, ты чё? Смотри, он чуть рукой его не это самое. Не достал. О, едем дальше. Ух ты, подожди. Сколько у нас бензина? Все. Бензинчик закончится. Все, не проедем никуда больше. Все. Приехали. Что еще можем купить? А ничего не можем. Поехали дальше. Все. Едем. 376 день. Офигеть. Зомбари здесь вообще мощные стали. Ну ничего, я когда куплю пушку, вот тогда да. Зомбаки. С пушкой вам будет серьезно будет здесь. Просто серьезно. С пушкой я буду вас мочить намного быстрее. А ну давай, огонька, давай побольше немножечко ускорения. Ой-ой-ой, давай, давай. Вот, хорошо, молодец, давай наверх. Эх. Не хватает мощи. Опа, опа, ускоритель закончился. Все, давай внизу. По низу поедем. Угу. Все, а мы застряли. А мы застряли или бензин кончился, непонятно. Что можем еще приобрести? Давай приобретем колеса. Да. Вот, более мощные колесики. Хорошо. И теперь мы будем копить деньги на автомат. Да? Автомат нам нужен? Нужен. Зомбаков-то. Мочить вот этих больших жирных топ. Их нам нужно будет мочить. Автоматик купим. Давай, 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 тачненько. Давай, давай. Надо еще будет бронюшку. Бронюшку тебе купить. О, ускоритель у нас кончился. Вот так. Ой-ой-ой, чуть не перевернулись. Чья-то рука вон телепается у нас. Видишь? Все, оторвалась рука. Колеса-то у нас, смотри, видишь? Более лучше стало подниматься наверх. В горку легче идти. О, колеса-то большие. Колеса-то не маленькие. Ух ты, а там что, нельзя, что ли? Двигатель сломан, да ну. Сломался двигатель. В гараж идем. Что здесь? Давай купим двигатель тогда. Более, так сказать, мощный, что ли. Чтобы он не так быстро ломался. Вот я имею в виду. Я это как раз имею в виду. Вот, ускоритель, смотри. О, как летим-то хорошо, а. О, наверх прям поднялись. Слушай, здесь надо ускоритель покупать. Да-да-да-да-да-да-да. Покупать. Сейчас мы купим ускоритель. Вот, видишь, нет ускорителя. Прям вообще хорошо. Бензина еще много. Ускоритель здесь вообще в тему. Но двигатель уже горит, это плохо. Сейчас посмотрим, сломается двигатель или нет. А, зомбаки. Не мешайте мне. Ой, сейчас, блин. Здесь надо аккуратно. Опа. Все, двигатель сломан. Хотя бензинчик у нас был. Да-да. А денег-то ни на что не хватает. Ладно, ехали дальше. Едем дальше и потом броню надо будет покупать, скорее всего. У нас двигатель ломается. О, давай, 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 давай. Как клево. Эх, ускоритель закончился, надо. Хочется, конечно, вместо защиты купить побольше ускорителя. В
чтобы весело было так проходить. Зомбачки, зомбачки. Так, здесь аккуратненько вниз и вверх, вверх-вверх. Вот, прицепился зомбарь, но мы его отцепим сейчас. Все, отцепился. Так, давай, еще немножко. Так, почему здесь проход не сделали, а? Приходится вот так вот делать. Сломался двигатель. Да, неудобно здесь. Что у нас здесь? Ну давай купим броню. Вот так. Ого-го, нифига броня какая. Смотри, нифига. Вот наш и пожарный, да? Пожарный автомобильчик наш. С каким резаком встречает зомби-жителей. Это зомби-жители или нет? Наверное, это зомби-жители. Они же здесь живут где-то. На вот этих всяких заводах. Да, я так смотрю, у нас по ландшафту меняется потихонечку. И типа какой-то, значит, река или что-то такое вот. Скоро мы приедем. Вообще, я думал, что мы возле побережья будем, но нет. Все, заводы, одни заводы сплошные. Так, ну-ка. Давай, у меня же ускоритель есть. Почему я не пользуюсь ускорителем? Я что-то забыл. Во! Так, ускоритель закончится. Ну, пока есть бензин. Едем. Чуть-чуть осталось, а. Ладненько. А что будем покупать? Ускоритель, естественно, да? Давай купим. Вот. Посмотрим сейчас, сколько у меня ускорителя. А, ускорителя ровно половина. Ровно половина ускорителя. Давай. Во. Сейчас здесь будем взлетать. Блин, здесь надо аккуратненько. Ух ты, смотри, как летим, а. Все, закончился ускоритель. Но летели мы эпично. Давай, едем. Вообще, такая машинка интересная, красивая стала, да, с броней. Так, здесь надо вниз спуститься аккуратненько. Вот. Едем. Слушай, мы, может быть, даже доедем, я не знаю, конечно. До бензобака. До бензоколонки. Доедем или нет. Смотри, да, мы даже, наверное, доедем. А нет, закончился бензин. Ну, совсем чуть-чуть осталось, смотри, да? Бензин закончился и заканчивается наша серия сегодня. Большое спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся на канал. До новых встреч в новом ролике. Пока-пока.